Итак, третий способ зафиналивания массажа, когда мы человека, мы начали просто отсюда, да, ягодицы, спину проработали, потом сделали голову, человеку уши, да, и пока мы это делали, он там уже остыл. А, например, мы процедуру проводили в бане, да, человеку хочется не полежать и релаксировать, отдохнуть, да, а взбодриться, да, в тонусе некотором быть. Поэтому мы возвращаемся сюда и дополнительно заканчиваем тем, что прошли и прожали в очередной раз некоторые косточки, да, запустили вот эти вот шестеренки лапы леопарда с боков, по центру прошли еще раз, да, захватили крепко так за вот эти мышцы и как бы сделали всю кожу. Раз, два, три, ну то есть вот этими костяшками, да, не травмируя ногтями, в том случае не ногтями. Заметьте, да, что я делаю? Лапы леопарда, мягко. Сдираем кожу, видите, сразу идет опять покраснение в очередной раз. Человек взбодрился, он уже чувствует, что действительно процедура прошла, ого, как прям зарядился. Далее, простучали его. Но стучать надо по паравертебральным мышцам, желательно вот начиная сверху вниз. Достаточно, тут можно вообще сильно стучать. Тут травму мы не стучим, по почкам не стучим. Легонечко так проходимся, да? И вот тут можно тоже посильнее по копчику постучать, по крестцу. Прохлопать. Если там у кого-то какие-то холки или жировые образования, да, хлопать полезно. Такой воздушной подушечкой, да, когда мы... Ну, типа вакуум это называют иногда. Погладили уже. Показываю, что мы заканчиваем процедуру. Элемент стряски на всех крупных мышцах. Потряхнули, потряхнули, стряхнули все лишнее, да? И совсем главное медленно заканчиваем и говорим: так, все, готов, следующий, заходите. Ну, вот так можно, да? Либо можно, я часто говорю, некоторые еще ободряющие финальные фразы человеку. Ну, у меня их там целый список заготовлен для вас. Я вам о них расскажу в следующем видео, какие фразы можно использовать для финала, чтобы человек взбодрился, ушел веселый и захотел к вам прийти в следующий раз еще раз новым, оздоровленным, бодрым и веселым. Пока-пока. А, нет, не прощаюсь. Смотрите мое следующее видео, где я буду говорить вам перечень этих ободряющих фраз для финала.